Итак, поехали! Раз, два, три! Итак, кошки догоняют мышек! Единственная на своем потоке студентка Татьяна Иванова отмечает сегодня двойной праздник – именины и День студента. Быть одной Татьяной на потоке очень приятно. Надо поздравлять всех Татьян, всех студентов. Также родители, они тоже когда-то все взрослые были студенты. Я думаю, да, надо отмечать, как-то проводить весело этот праздник. Зима, прекрасная погода, тепло. Можно будет сходить в парк, погулять, на коньках покататься. Я думаю, надо отмечать. Каждый год в этот день в колледже сервиса технологии и дизайна придумывают что-то новое. В этом году русские забавы, игры, танцы и квест. Сегодня у нас, конечно, именно креативный, современный квест-игра. Ну, это понятно, молодежи, да? Но обязательно с элементами интереса, патриотизма. Что-то узнают новые ребята. И самое главное, они дружатся. Между собой дружат, друг друга узнают. И потом их проще рекрутировать, ну, например, на волонтерскую деятельность. Кошки поймали всех мышек, студенты закружились в хороводе и проплыли ручейком по территории. Закончился праздник массовым танцевальным флешмобом. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.